Привет, мои сладкие. Так, по поводу чего я вас тревожу, да? Просили меня под видео выложить сборку Майнкрафт. Ну, я и сам, в принципе, это предлагал сделать. И, наконец-то, пришло время выложить. Специально для этого дела я создал сайт свой. Вот вы видите, я ввожу домен arcsplay.sru. Ну почему бы и нет? Пока он будет простенький, это понятно, да. То, что у меня сейчас нету времени заниматься сайтом вообще никакого. Самое главное, что есть домен и есть площадка для обмена файлами и так далее. Вот, то есть набираете адрес arcsplay.sru или просто ru. Видите сайт, да? Каталог файлов, заходим. Эй, грузи. А, вот все загрузило, да? И вот мы видим, здесь будут находиться разные файлы. То есть, во-первых, это будут разные сборки. Я уже сказал, что это первая сборка, но будут и новые сборки потом. Во-вторых, это будут другие программы, скорее всего. Не забывайте, что я свое время программировал там 10 лет, да, у меня опыт очень большой. Если у меня будет время и желание, будут еще уникальные программы, которые нигде не найдете. Но это другая история совсем. Мы говорим в первую очередь о сборках. Все, заходите сюда вот. Потом нажимаете, именно сюда вот нажимаете, и вот вы видите всю статью полностью. Все, скачать удаленно. Скачивается он из файла обменника. Почему? Потому что большой размер. 470 мегабайт тяжело залить на хостинг, тем более на другие там варианты тоже. Везде есть ограничения, не забывайте. А на файлообменниках ограничений нету. Поэтому просто немножко помучитесь и скачайте с файла обменника. Там, в принципе, никаких проблем нету. Они все бесплатные, то есть просто переходите, ждете время и все, как обычно это и бывает. Самое главное, когда вы скачали, прочтите эту сраную статью. Не поленитесь. Здесь все ответы на ваши вопросы будут. То есть скачивайте архив, куда распаковывать, потом запускаете. Там что нужно. А, еще это пикает, сейчас рванет. Потом что нужно выбрать, да? Там что сделали правильно, какой текстур пак это выбрать. Потом что установлено в игре, какие моды стоят и так далее. Я это писал. Оцените мой труд. На эту статью я потратил 5 месяцев. 5 месяцев я писал эту статью. Ну ладно, я пошутил. Все, в принципе, это все, что хотел вам показать. Кстати, давайте тогда еще, знаете, что я добавлю? На этом сайте есть, во-первых, гостевая книга. То есть уже начинайте привыкать, потому что я буду усердно заниматься потом этим сайтом. Он будет полностью взаимосвязан с YouTube-каналом, да? Поэтому здесь есть гостевая книга, можете писать только положительные комментарии. Мне высеры не нужны, сразу говорю. Если у вас проблема, сходите там подрачи, и все, проблем больше у вас не будет. Можете в гостевой книге писать какие-то там, не знаю, отзывы, там что-нибудь, что хотите, короче, да? Кроме спама, само собой, за это буду банить. Также есть обратная связь. Он будет отсылать прямиком мне на почту, а я почту читаю ежедневно. Поэтому, если у вас какие-то есть там предложения суперские там, хотите помочь в раскрутке канала и так далее, пишите обратную связь, я прочту ваше письмо 100%. И отвечу я на это письмо 90%. 80, 70% отвечу. Ну и все. Пока сайт пустой, но потом я его буду наполнять. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Всем пока. Пока, да? Ладно, все, пока.